Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас очень интересный обзор уходовой косметики от Organic Zone. Вот такая посылочка мне пришла. Это 100% натуральная косметика, на натуральных ингредиентов, без СЛС, парабенов и всей-всей вот этой вот гадости с натуральным составом на рынке с 2013 года, с 2013. Я оставлю ссылочку вам на сайт, но на сайте заказать эту продукцию нельзя, можно только ознакомиться. А так она продается на Wildberries и в розничных торговых магазинах. То есть у нас, допустим, в больших торговых центрах есть магазинчики с этой косметикой, я уже поискала, посмотрела, где можно будет ей затариться, если продукт мне понравится. Давайте скорее приступим к распаковке. Будем сегодня с вами все эти продукты тестить и пробовать. Сегодня у нас с вами ванна красоты, кислотный уход за кожей. Девчонки, вот так выглядит посылочка. Здесь все было так добротно упаковано, переложен товар был, чтобы ничего не разбилось, не разлилось. Мне это очень понравилось, на самом деле. В пупырку были упакованы стеклянные флакончики. И что у нас здесь внутри? В стеклянных флакончиках у нас пилинг с АХА-кислотами для жирной проблемной кожи 50 мл. Это у нас так, состав. Натуральная косметика, сроки годности в порядке, 100% натуральная косметика. Видите состав, да? Лимонная кислота, яблочная кислота, янтарная кислота. Очень здорово, что есть столько много кислот, на самом деле, в составе. Я их обожаю. И да, после этого пилинга здесь даже нас предупреждают, что нужно пользоваться кремом с SPF-фактором. Так, второй продукт в стекле. Это у нас гиалуроновая сыворотка для лица, для жирной проблемной кожи. Состав. Ой, какой классный состав. Слушайте, мне уже не терпится потестировать. Сегодня у нас с вами будет ванна красоты. Способ применения. Вообще супер. Вот такая масочка альгинатная. Лифтинг эффект тоже очень интересный. Альгинатные маски я еще не пробовала. Так, кокосовое маслице. Я очень хотела его для волос. Именно для волос использовать. 100% рафинированное кокосовое масло. Смотрите, какое оно густое. Оно прям действительно выглядит натурально. Мы сейчас даже состав посмотрим. Ну, то есть, это чисто натуральное кокосовое масло, да, получено из мякоти кокосовых орехов. Даже состава нет, вообще потрясающе просто. Так, еще один продукт. Это у нас тоник для жирной комбинированной кожи мятный. Без спирта, без парабенов, без силиконов, СЛС и так далее. Без пег даже. Вообще потрясающий просто состав. Супер, девчонки. Так, и шампунь у нас так здорово упакован. Очищение, нормализация для жирных у корней сухих на кончиках. Возлагаю на него вообще большие надежды. Экстракт мяты и цветочного розмарина. Супер. Тоже состав. Потрясающие сроки, тоже все свеженькое. Сейчас будем с вами все тестировать. Я оделась, одела свою любимую повязочку. Сейчас будем с вами снимать макияж и первым делом тестировать пилинг с АХА-кислотами. Способ применения. Кончиками пальцев или кисточкой нанести небольшое количество пилинга по массажным линиям на очищенную кожу лица, легкими движениями распределить по лицу. Выдержать 5-10 минут, затем смыть большим количеством прохладной воды, нанести сыворотку, маску или крем. В общем, сейчас будем делать с вами пилинг, альгинатную масочку, под которую будем наносить сыворотку. Я уже почитала, под нее можно наносить сыворотки и крема, они будут действовать гораздо эффективнее. И потом тоник. Пошли умываться. Ну вот, девчонки, я умылась, чуть-чуть облилась. Будем наносить наш пилинг. Здесь, кстати, удобный дозатор довольно-таки. Написано, что допустимо. Так, сначала воздух. Гелеобразная вот такая текстура. Прям гель такой слегка белесый. Буду наносить, девчонки, тонким слоем, так как первый раз. Вообще написано, что допустимо легкое жжение. Терпимое. Сейчас посмотрим. Я вообще очень люблю пилинги. У меня как раз закончились все кислоты, вот поэтому этой посылке рада вдвойне. Девчонки, кислоты очищают нашу кожу как нельзя лучше, омолаживают. Ой, я чувствую уже жжение небольшое вот здесь. Ну, такое терпимое, да. На лоб обязательно. То есть, если мы используем кислоты, морщинки у нас появятся, хотел сказать, годам к 60. Нет, конечно, пораньше, но гораздо позже, чем могли бы. Чувствую здесь уже жжение, покалывание. Нос обязательно надо хорошо нам очистить. Так, и теперь нам нужно выжидать 5-10 минут. Ой, как хорошо так припекает-то. Не припекает, а покалывает. Хорошо, что я тонким слоем решила нанести. Прям так очень даже. Особенно в Т-зоне, слушайте, вот где больше всего поры загрязнены, вот там сейчас так от души покалывает. Так засекаю время, наверное, минут 5 буду держать. Не забываем, конечно, что после пилинга мы пользуемся SPF. Даже если мы сделали его на ночь, с утра куда-то выходим, обязательно крем с SPF. Ну что, девчонки, вот уже 5 минут прошло, жжение прекратилось, оно было особенно сильно в Т-зоне, видимо, где загрязнены поры. И покраснение тоже вот в этой зоне, которое тоже, в принципе, уже сходит на нет. Я еще досижу до 10 минут, потому что, в принципе, комфортно, ничего такого неприятного нет. Смою и приду к вам. Девчонки, смыла. Что могу сказать по этому пилингу? Лицо безумно мягкое, очень очищенное, прям, не знаю, до скрипа.
аж лоснится от чистоты. Чувства стянутости нет. Пилингу этому, ну, однозначно ставлю 5 из 5, это точно. Из тех пилингов, что я когда-либо пробовала, он очень комфортный. Если вот брать Фаберликовский, да, то там шаг А, именно вот эти кислоты, АХ, то он более щадящий, что ли, скажем так, для чувствительной кожи даже подойдет, да. Там нет такого сильного покалывания. А здесь прям в первые 2 минутки в этой зоне вот очень хорошо так покалывало от души, потом все прошло. Комфортно, видите, вот небольшое покраснение именно здесь и осталось. Пилинг понравился очень. Кожу не стянула, кожа мягкая, прям вообще потрясающе. Опять облилась, как всегда. Ну, как без этого? Что будем делать дальше? Дальше берем с вами гиалуроновую сыворотку для лица, для жирной кожи. На чистую сухую кожу нанести небольшое количество легкими движениями, втирать до полного впитывания. Использовать как самостоятельное средство, а также при нанесении альгинатной маски. О, как раз! Слушайте, как я угадала. Такой же здесь дозатор, как в пилинге, очень удобный. Берем с вами сыворотку. Прозрачный такой продукт, видите? Тоже гелеобразный, но не такой, как густой, как пилинг. И наносим сыворотку. Слушайте, наносится очень приятно. Запах тоже классный. Еле-еле уловимый, но приятный. Наносим сыворотку. Распределяем ее по массажным линиям. И на эту сыворотку сейчас, когда она впитается, будем наносить с вами альгинатную маску. Там написано, что нужно разводить 1 к 3. Я буду брать 3 столовых ложки маски порошка. Получается и 9 столовых ложек самой маски. И время замешивания и нанесения там как бы должно быть тоже очень-очень... маленькая, то есть нужно все это делать быстро, поэтому рассказываю вам перед тем, как буду делать. И нужно все это дело в горизонтальном положении делать, поэтому я сейчас нанесу вот так сидя, потом на 20-25 минут лягу, и она будет у нас снизу вверх потом сниматься. Нельзя разговаривать в избежание отслойки маски, да? Так, вот такой у нас здесь замочек. И сейчас будем с вами разводить. Я взяла мисочку, взяла кружку с водой, столовую ложку, кисточку, которую буду мешать. Сейчас будем с вами быстро-быстро замешивать, наносить. И я принимаю горизонтальное положение. Потом, когда буду снимать, все равно вам обязательно покажу. Девочки, я открыла. Это порошок такого светло-серо-бежевого цвета. Так, берем в нашу мисочку 3 столовых ложки. Так, это я прям что-то от души. Наверное, таких с горкой мне хватит 2 за глаза точно. Смотрите, даже поменьше. Так, еще чуть-чуть сейчас добавим. Все, положила в мисочку. И сюда же сейчас буду наливать водичку. Смотрите, девчонки, крупным планом способ применения. Для чего нам нужна эта маска? Разглаживает морщины, повышает эластичность кожи, выравнивает цвет лица, регулирует обменные процессы, водный баланс, улучшает овал лица, устраняет отеки и усиливает действие кремов и сывороток. Да? Подходит для любого типа кожи. Так, замешиваем. Так, я приготовилась делать все это быстро. Наливаем сюда 9 ложечек воды. Я уже со счета сбилась, по-моему, 5, 6, 7, 8, 9. Начинаем все это быстренько замешивать. Что у нас получается? Такая консистенция. Глиняная, наверное, больше, да? Густовато. Наносить нам нужно слоем в 2-3 миллиметра толщиной. Так. Все, наносим маску быстро на лицо. Я много, мне кажется, навела это и для декольте хватит, но декольте я пока делать не буду. Так. Красивый цвет такой. Просто потрясающий. Так. 2-3 миллиметра толщина. Все, надо делать быстро. Сейчас нанесу, когда разговаривать уже не буду. Пойду ложиться на 25 минут. Запаха, кстати, никакого не чувствую. У меня еще нос заложен. Так. Ой, девчонки, там было написано, что на брови и на ресницы нужно нанести жирный крем или масло. Я этого не сделала. Надеюсь, не вырву их с корнем. Красота – страшная сила. Так. Плотненько добавляем. Может, консистенцию я с первого раза развела, мне кажется, удачную. И у меня еще осталось на один раз. Да, я много развела. В следующий раз я буду делать 1 или 1,5 ложечки. А почему, интересно, написано на ресницы нанести? Может быть, ее и под глаза, и на глаза, девчонки, можно, как вы думаете? Кто делал вообще альгинатные маски? Напишите. Я сейчас, наверное, нанесу. Чего уж там. Раз написано, что нужно помазать было брови, значит, она у нас сюда наносится тоже.
Ну все, вроде девчонки нанесла. Вот так. Может, и на губы можно. Напишите, девчонки, пожалуйста, кто пользовался альгинатными масками. А я пошла ложиться на 25 минут. Девчонки, лежу уже 15 минут. Маска начинает кое-где подсыхать. Я думаю, что еще минут 15 прилежу точно. Эх, еще 15 минут прошло, девчонки. Я лежу, не знаю, снимать ее уже или нет. Давайте попробуем снять. Девчонки, я не знаю, мне кажется, уже пора снимать. Я приготовила полотенчик на всякий случай, если она будет сыпаться. Кожу все стянула. Я поняла, почему нужно лежать именно, чтобы вам кожу не оттягивала вниз. Потому что если с такой маской ходить, здесь все-таки такой груз ответственности, скажем так, слой плотный. А если будете с ней ходить, то по-любому оттянет вниз. Я не знаю, сейчас попробую, будет она сниматься или нет. Написано снизу вверх, и что-то снизу не могу нигде подеть. А вот тут вот вроде она отходит кусочками, да? Так, пробую. Вот, смотрите, все-таки, наверное, не нужно было дожидаться высыхания. Интересно. Да, высыхание не нужно было дожидаться однозначно. Я надеюсь, она у меня... Не, в этих местах, наверное, девчонке придется смывать. А, нет, снимается, где она подсохла. Ее нужно снимать до высыхания одним цельным куском. Передержала слегка. Так. Ой, так интересно. Девчонки, вот эти сухие кусочки сейчас буду отдирать по отдельности. Все-таки высыхание ее дожидаться было не нужно. Она бы тогда цельным кусочком очень удобно, хорошо снялась. Теперь буду знать. Все, девчонки, досняла остатки, досняла с помощью ватного диска, намочила всю эту масочку, сняла. Интересно она, конечно, выглядит, смотрите, когда ее снимаешь. Вообще здорово на самом деле. Мне понравилось, очень интересно. Написано, что нужно делать эту процедуру 2-3 раза в неделю курсом. Обязательно сделаю курсом, доделаю эту пачку. Что по ощущениям? Лицо очень гладкое, вот очень гладкое. А если после пилинга оно было гладкое от того, что оно очищено, то здесь как будто вот оно еще чем-то напитанное на самом деле. Мне невероятно нравится эффект. Покраснение вот есть в тех местах, где маска засохла. Все-таки не надо дожидаться, пока она засохнет. Или на всякий случай брать с собой какой-нибудь тоник, пульверизатор с водичкой. И в тех местах, где она подсыхает, сбрызгивать. Потому что это потом крайне неудобно, конечно, убирать. Поры подтянуты, скажем так, затянуты. Их видно, естественно, они у меня расширены сильно, но они подтянуты реально. А по поводу того, что мазать кремом брови и ресницы, я, в принципе, с бровей там не было сухого, да, сняла очень комфортно. Мне кажется, у меня лицо как-то вверх подтянулось. Вот у меня такие ощущения, да, глаза именно. Вот мне так кажется, скажите, напишите, видите вы это или нет, мне кажется, прям как-то вот, ну не знаю, лифтинг-эффект я однозначно от этой масочки чувствую, мне прям понравилось, действительно, так здорово, кожа прям как у младенца на самом деле. Мне кажется, вот как-то подтянулась, действительно, форма лица, овал, прям не знаю, девчонки, напишите, мне очень понравилось. После масочки будем с вами сейчас тестить тоник для жирной проблемы кожи, мятный чай, без спирта, пробенов и так далее. Вот так он выглядит, сейчас попробуем с вами отдушку. Очень здорово, освежающая отдушка не сильная. Действительно, как будто мятным каким-то чаем. Так, я хочу наносить его именно руками, не ватным диском, потому что это не очищающий у нас тоник. А немножко наношу на руки, выливаю. И будем вдавливающими движениями вот так наносить на кожу. Кстати, после масочки эффект такой матированной кожи. Так интересно вообще. Потому что где была у меня граница вверху, где она заканчивалась, да? Даже видно на видео вот тут. И вот разница есть по ощущениям. Тоник липкости никакой не создает. Очень приятен. Моментально впитывается. Жирности тоже никакой на коже не создает. Ни липкого слоя, ни жирности, ничего нет. Вот все впитался и красота. Теперь, девчонки, хочется попробовать очень сильно еще один продукт. Это кокосовое масло. Сейчас с вами будем наносить его на кончики волос. Попробуем, наверное, даже на лицо нанести. На губы точно, как бальзамчик. А шампунь я протестирую попозже. Обязательно сегодня в планах помывки головы нет. И уже дам свой подробный отзыв на него в Инстаграм. Если вы не подписаны на мой Инстаграм, переходите по ссылочке. Она есть под каждым видео. Там я тестирую каждый продукт в отдельности. Так, вскрываем кокосовое масло. Пахнет прям натуральным кокосиком.
никакой химозности, ничего, так здорово. Но запах, девчонки, еле-еле уловимый, его практически нет. Так, теперь как нам достать отсюда кокосовое масло? Нам нужно его разогреть, я так понимаю, или сначала мы его наковыряем и немножечко разогреем. Девчонки, я достала лопаточкой масло, оно в руках прям начинает уже таять. Ничем практически не пахнет. Смотрите, на руках начинает таять. Вообще текстура очень густая, прям доставала с трудом. Давайте начнем с лица, с губ. У меня прям сегодня такой спа-уход. Как приятно. Вообще здорово. И на лицо. Напитаем наше лицо после альгинатной масочки. Вот уже, смотрите, рука практически растаяла. Кокосовое масло вообще можно применять для любых частей тела и волос, где у вас есть сухость. Натуральное кокосовое масло за такую цену, конечно, получить это вообще здорово. Девчонки, я теперь чувствую себя действительно как после спа-салона. Кожа классная. Декольте. С вами напитаем. Покраснения, кстати, еще чуть-чуть вот остались в этой зоне. После маски. Не надо было дожидаться высыхания. Сама виновата. Смотрите, как лицо блестит. Прям натуральное кокосовое масло, действительно. Вообще супер. И хочется мне очень попробовать на волосы. Очень густое. Оно прям тут вот как кусок в бутылке. На волосы, на кончики волос. Потому что они у меня убитые. Как это вообще все будет выглядеть? Слушайте, ну неплохо. Сейчас нанесу на все кончики волос, расчешу. Написано, что можно использовать на ночь. Так, за волосами борется с секущимися кончиками выпадением волос. Достаточно наносить масло кокоса на корни и кончики волос в течение месяца. Буду наносить на кончики перед сном и на корни, чтобы тоже вообще здоровье наших волос, оно зависит от того, насколько хорошо у нас напитаны именно корни. Это важно, кстати. И за кожей, смягчает кожу, питает, и рекомендуется носить масло кокоса как перед принятием солнечных ванн, так и после, тем самым предотвращая ожоги, устраняя сухость и шелушение. Для ухода за кожей рук и ног в качестве массажного масла используется как самостоятельный продукт, так и в сочетании с другими маслами, жирными и эфирными. И как компонент для изготовления домашней косметики. То есть можно миксовать с другими средствами. Мне кажется, вот с алоэ, допустим, еще с какими-то другими. Ну что, девчонки, я довольна. Продукция Organic Zone приятно удивила, прям, скажем так, честно. За такие бюджетные деньги, такие классные средства. Альгинатная маска вообще просто шок, девчонки, просто шок. Я свое лицо даже не узнаю. Мне кажется, я помолодела лет на 5. Но я буду тестировать дальше. И, конечно, в Инстаграм в пустых баночках вам дам обязательно подробный отзыв на каждый из этих продуктов. Пока в первое впечатление мне очень все понравилось. Ну, тоник не могу сказать, это вот за один раз, как бы водичка, ну, не знаю, ничего не могу сказать. Но хотя бы не создает пленки, и не то, что пленки, а липкого какого-то слоя впитывается быстро, буду пользоваться, буду, девчонки, смотреть. Вот такой у нас с вами сегодня кислотно-альгинатный уход за кожей лица получился. Я прям чувствую себя потрясающе, если честно. Вообще супер, девчонки, на самом деле. Кокосовое масло прям очень сильно в тему на зиму. Надеюсь, что мое видео было вам полезно и понравилось. Ссылочку на сайт с этой продукцией оставлю под видео. Повторю, что продукцию Organic Zone, натуральную 100%, вы не купите. На этом сайте можно только ознакомиться, посмотреть сертификаты, составы и так далее. Купить ее можно в розничных магазинах и на Wildberries. Цены очень бюджетные. Вот все продукты, которые были сегодня у меня в видео, они в районе 200-300-400 рублей. То есть, ну, бюджетные продукты, натуральные. Девчонки, смотрите, как интересно. Маска засохла в тарелке. Вот таким вот куском. Если это видео было вам полезно, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. А я с вами прощаюсь. Пока-пока.